Здорово, бойцы! Продолжаем проходить Assassin's Creed 2, и сегодня мы сразу же начинаем проходить начало фрагмента. Карту мы очистили в прошлой серии. Вроде бы как бы всю, как бы так, вроде как-то вот так. И сразу отправляемся. Нет, сразу мы не отправимся. Наверное, надо плакаты посрывать. Посрывать плакатики. Подходи, не стесняйся. Я всего лишь лекарь. А, ну давай, да, давай, лечи меня полностью, чувак, лечи. Отлично. Я сделал все, что мог. Молодец. Старайся не тревожить рану. Окей. Как скажете. Вы доктор, я пациент, вы всегда правы. Как скажете. Так, не понял. Не понял. Приносите больных и раненых. Где у нас здесь этот должен быть плакат? Где, мать его, плакат? Так, погодь. Не вижу. Оба два глаза я не вижу нифига этот плакат, короче. Может, с этой стороны? А, вот он. Вот он. Так. Ты что, в чем дело? Моя женщина тебя не удовлетворила? Тебе осталась тупая скотина. Что, блин? Причем здесь моя женщина, и причем здесь она меня удовлетворила или нет? Что он имел в виду? Что он хотел этим сказать? Так. Опа. Пятихаточка в кармане. Что с тобой? Может, еще раз? Я больше не буду. Честное слово. Рестлинг. Джон Сина. Или... Не, погоди. Где там? Джон... А, хер с тобой, короче. Хер с тобой. Окей. Все, теперь на начало фрагмента. Погнали. Уровень разыскиваемости мы снизили. Погнали. Почему-то я так предполагаю, что нас сейчас забросят на виллу. Вот и я вот уверен, что нас сейчас забросят на виллу. Вот почему-то вот. Нутром чую как-то вот. Потому что мы убили Пацци, обоих Пацци. Вот, убили вот этого судью жирного, жирную свинью. Кого мы еще тут убили? А, ну вроде все, вроде троих, да, вроде как. Троих. Очистили карту, в принципе. И по идее нас должны закинуть на виллу, наверное. Но если нас закинут к дядюшке Марио, то это будет тоже хорошечно, потому что там в сундуке уже накопилось, наверное, деньжат. Можно что-нибудь прокачать, виллу, наверное. Купить, короче, себе доспехов всяких разных. Если те деньги, конечно, если останутся. Ну вот. О! Тем более сундук у нас полон. Вот у нас, говорят, 25 косарей, короче. В сундуке. Так, погодь. Я все понимаю, но... Здесь вода. Но у нас, в принципе, он плавать умеет, поэтому... Вода нам не страшна, но... Я чуть не хочу плавать. Погода сегодня неплавательная. Так, все, мы пришли. Так, женщина, уйдите, а то на голову. сяду. Фокусами он кого-нибудь убьет. Скорее всего, самого себя. Давай, глаголь. Было 6 лет, я упал в Арну. Я чувствовал, как погружаюсь все глубже во тьму и был уверен, что скоро умру. Что такое Арна? Когда я очнулся, то увидел рыдающую мать. Рядом с ней стоял человек, вымокший, но улыбающийся. Мать сказала, что он спас меня. Так началась долгая дружба между семьями. Твоей и моей. Прости, что не спас твоего отца и братьев. Тебе не за что извиняться. Я уверен, что за их смертью стоит Якопо Пацци. И за нападением на тебя тоже. Нужно найти его. Мы не успели арестовать его. Этот трус бежал. Ты знаешь, куда? Нет. Они хорошо спрятались. Они? Якопо не единственный сбежавший заговорщик. Если они заодно с Якопо, то виновны в заговоре против моих родных. Назови их имена. Антонио Мафеи, архиепископ Франческо Сальвиати, Стефано да Баньоне и Бернардо Баранчелли. Бене, я поговорю с дядей. Он разошлет своих людей по провинции. Постой. Пока ты не ушел. Страница кодекса. Я нашел ее в личных бумагах Франческо Пацци. Уверен, что ему она теперь без надобности. Меня всегда привлекали древности. Как и твоего отца. Она и для меня много значит. Тогда прими ее в подарок. Да поможет нам Бог. Заговорщики Пацци, открыть базу данных. Погоди, да, посмотрим. Мешок с деньгами. Якопо был главой семьи Пацци и семейного банка. Сам он против Лоренцо Медичи ничего не имел, поэтому нанял 4 убийц-тамплиеров, чтобы они сделали все за него. Бернардо Бандини де Баранчелли ненавидел Медичи за то, что они изгнали его двоюродных братьев. Днем Баранчелли вел счета в банке Пацци, а ночью убивал по приказу тамплиеров. Баранчелли был первым, кто нанес удар. Стефано да Баньоне известен своей жестокостью. Тамплиеры превратили его в профессионального убийцу. Баньоне ударил Лоренцо Медичи кинжалом в спину. Антонио Мафеи. В том, что Вольтерру разграбили наемники-флорентийцы, он винил Лоренцо. Присоединился к тамплиерам, чтобы отомстить. Именно Мафеи перерезал Лоренцо горло. Архиепископ Франческо Сальвиати. Мечтая стать новым архиепископом Флоренции, он пришел в ярость, когда Лоренцо встал у него на пути. Но тамплиеры были готовы утешить его. Это Сальвиати вел войска тамплиеров в город. Все, умник закончил говорить. Якопо Пацци, год рождения 1421, дворянин-банкир. Бернардо ди Бандино Баранчелли, год рождения 1453, банкир. Смотри, все банкиры. Видать, от денег крышня поехала, начали, короче, заговоры строить всякие. Стефано да Баньоне, год рождения 1418, священник, советник Якопо Пацци. Антонио Мафеи, год рождения 1450, священник. И священники туда же, к банкирам, короче. Франческо Сальвиати, год рождения 1443, архиепископ Пизы. Архиепископ Пизы. Окей. Так. Теперь вам доступны заказные убийства. Инструкции вы найдете в голубятнях. Что-то новое. Что-то новое. Я отметила на карте Палаццо Медичи. Посети его, чтобы добиться 100% синхронности с Эцио. Что-то новое, что-то интересное. Значок убежища тамплиеров. Если на экране появился значок убежища тамплиеров, это значит, что где-то рядом совершит свои темные делишки. Они совершат свои темные делишки. Так, смотри, заказное убийство. Контракт на убийство. Отлично. Контракт на убийство у нас появился новый. О, даже два. Даже два. Неплохо. Фрагмента. Три! Ой, слепа шара. Три, а больше нет, да? Больше нет нигде. Окей. Три заказа на убийство. Ну, давай-ка мы с тобой, короче, давай попробуем, наверное, да? Что-то новое, интересное. И мы всегда любим что-то новое, да? Я как раз в прошлой серии просил, чтобы в игре появилось какое-то разнообразие, да? Ну, как бы. И тут на заказано убийство. Прикольно. Сейчас мы это посмотрим. Сейчас мы это увидим. Теперь как бы можно просто бегать по заданиям, потому что мы карту очистили. Еще раз повторю. Повторюсь. Ай, не допрыгнул. В зубах застряло. Силу духа. Возвращает бодрость и силу духа. Понятно? Поэтому все лечимся пиявками. Закашлял, чихнул, сразу натыкал на себя пиявок, короче. И будешь здоров, как бык. Так. Вот она, это голубятня, да? Базарный день. Ого! Базарный день. Так. Мы раскрыли заговор с целью сорвать поставки провианта во Флоренцию. Помешай заговорщикам убить торговца на рынке в квартале Сан-Марко. Лоренцо. Лоренцо нам дал контракт на убийство. Интересно, хорошо ли они оплачиваются? Я что-то не увидел, там было где-то написано, что... Ну, сколько, что это стоит? Давай, в сено, конечно, я хотел на провода прыгнуть или что-то там, на веревку. Сено тоже пойдет. Главное, не земля. Главное, не асфальт. Так. Сейчас мы как раз почувствуем себя истинным ассасином, наемником, убийца. 2. Ну, блин, как-то далековато бежать, короче. Вам не кажется? Вам не кажется, что далековато как-то? Сколько можно бежать-то? Ходик далеко. Ох ты ж, мать твою, ни хрена себе. Это пипец, это вообще в самый конец, в другой конец карты вообще нестись надо. Не могли бы рынок построить где-нибудь поближе к голубятне? Там, видать, кого-то, смотри, казнили не так давно, да? Смотри, кровище. Ладно, допустим. Смешно зацепился. Куда, блин? О, отлично, нормально, хорошо. Сама ты обезьяна, слышь? За базаром следи. А то ненароком так метательный ножичек вдруг прилетит. Откуда ни возьмись. Ты что думала, блин, обезьяна? Ни хрена себе обезьяна. Я тебя сейчас так сброшу. Мама родная не узнает. Нечего тут. Блин, что лучников-то столько? А, я приблизился к цели, понятно. Куда ты? Вот какой нахрен тап ты? А, дай мой ножик! Куда ты улетел? Кусок. Окей. Короче, нам надо найти до этого. Цель. Бараниус. Ладно. Короче, нам надо найти цель. О, цель найдена. Цель найдена. Если вы купите 2 триптиха или больше. Да какой нахрен тап ты задрал? Доброго дня. Добавлю небольшую фреску. А где он? Где он? Косарь! Косарь! Будь здоров, Амико! Ты подарил нам надежду. Мы с тобой. Браво! Они умирают, я вообще просто. Вы припомните все свои грехи. Камнем ляжет на твою душу, вор. Иди нахер. Так, окей. Окей. Одна цель уничтожена. Контракт на убийство давай номер 2. Номер 2. Номер 2. Погнали. Сейчас по пути как раз плакатики посрываем. Все, отлично. Неизвестность у нас неизвестна. Мы теперь неизвестны. Нас теперь не узнают. Кто мы и что мы делали. Какими делишками мы занимались. Опасно. Опасно. Так, там сено, да. Как вы говорили, там, я это помню, да. А, как вы говорили, то что... Да залезь! Голуби — это ориентир для сена. Там, где голуби, там сено. Сюда вход, вон он! Это вряд ли. Ох ты! А! Но! Да что ты? Что ты делаешь-то? Почему ты не бьешь? Почему ты? Да контратаку твою! Да ты! Да что ты? Ну какого? Да куда ты? Ты что делаешь? Отвали от этой лестницы. Прочь с дороги, кретины! Вон он! Бей его! Мечом таком сразу, ну! Не трогайте меня, пожалуйста! Безумцы, мечом сразу. А кинжальчиками своими маленькими он контратаку делать не хочет. Че, долго идти? Долго еще? О, почти пришли. Где тут у нас голубятня? Голубки. О. Голубки мои, голубки. Так, отлично. Павшие лучники. Лучники. Вчера ночью лучники Пацци напали на дворец Синьории, и сейчас они находятся на берегу реки в квартале Сан-Марко. Убей их, Лоренцо. Опять Сан-Марко? Опять туда, что ли? Погоди. А, не. Это недалеко. Так, убить. Убить. Ну-ка, а если я покатит, да? Если я метательными ножами захрендачу всех сейчас. Так, где у нас лучники? Или они внизу? Погоди. Вон, вон. Опа. Вот этот лучник. Ну куда он ушел? Я бы сейчас из стены его херакс и все. Взял, ушел. Катит. 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 Засчитали. Отлично. Хорош. Хорош. Луиджи. Я теперь знаю, где находится брат нашего дядюшки Марио, Луиджи. Торгует рыбой. Рыбой торгует. Засранец. Думал, мы его не раскусим, да? Вот чувак. Да. Посмотрите на творение настоящего мастера. Эй, тебя здесь не дают. Что за херня сейчас была? Сломанные доспехи? Если ваши доспехи... Я доспехи сломал? Убери ее, пока не началось вечернее шествие из собой. Эй, хать. Следующий. Прости меня. Клянусь, я исправлюсь. Не трогайте меня. Не трогайте меня. Че у них за паника? Че? В смысле исправишься? В смысле исправишься? Здесь народ какой-то вообще непонятный. Ей-богу. Подходите, друзья. Кровопускание – это часть здорового образа жизни. Так. Где он? Наверху? Нет, погоди. Он не наверху. Он где-то здесь, внизу. Там внизу вообще? А, вот ты где. Хорошо. Хоть? Два косаря! Два косаря! О-о-о. Хорошо. За живот держится. Учит? Что там, какашку стало? Так, ладно. Третий контракт на убийство. Давай. Третий контракт на убийство. Как-то хорошо это все зашло. Хорошечно мы с этим справляемся. Правда, я доспех сломал, но... А вообще, я думаю, короче, сделаем так, наверное, да, пройдем... Пройдем с вами... Сейчас третий, короче, контракт на убийство. Сгоняем сами на виллу к дядюшке. Помутим там туда-сюда, да все и остальное. И все. А фрагмент начнем уже, да, с следующей серии. Думаю, так и поступим. Так, погоди. Что-то я, знаете, не вперед иду, не продвигаюсь, не вперед, а куда-то все выше, выше лезу. Так. Сенушка сена. Окей. Так, мы пришли, почти пришли. Надо забраться на голубятню. Голубятня, голубятня. Да. Вот она. Давай нам. Третий, короче, контракт на убийство и 3 косаря. 3 косаря. Это будет вообще круто. Окей. Политическое самоубийство. Один из членов Синьории перешел на сторону Пацци и злоумышляет против моей семьи. Он находится у церкви Сан-Лоренцо. Убей его, но без шума. У него влиятельные друзья. Лоренцо. Без шума, короче, надо замочить чувачка. Погнали. Так, сейчас вот. Разговариваем далеко. Да что они все... А почему они все так далеко-то? Почему жертву выбирают вообще где-то на краю... На краю карты? Куда ты? Так, ладно, все равно спускаться. Погнали. Короче, надо бесшумно замочить нашу цель. Сейчас будем, короче, стелсить. Сейчас будем действовать как настоящие ниндзя. Вы же знаете, что я бог стелса. Сейчас, короче, мы все сделаем по красоте. Все будет просто шикарно, как бы сказал наш друг Картман. Так, пивуны свалили нахер. Мне сказали бесшумно убить цель. Так, где ты? Ты так и будешь мне досаждать? В смысле, я тебя даже не трогал. Убейте жертву, не привлекая внимания. Так, мне на... А какого хера? А как мне туда пропасть? Не привлекая внимания. Хорошо? Это хорошо? Он там стоит и балаболит. С двух сторон, короче, охрана. Чё за... А, стоп. А здесь есть какие-нибудь куртизанки или... Или чуваки, которые могут отвлечь. Погоди, погоди. Вот это интересно. Это реально интересно. Так. И, о, вон, чуваки. Да, блин. Неплохо. Что ты делаешь там? Метательный ножик. В смысле сундук? Я че, сундук не... Откуда здесь сундук? На карте его нету, а он здесь есть. Я не могу этого сделать. Ничего не получится. Так, погодь. Погодь. Короче, мне надо нанять группу. Задеруби! Нажмите, чтобы навести на врага, затем нажмите, чтобы воры отвлекли его. Ага. Сейчас, погоди. Прокатит или нет, я не знаю. Да я... Ну-ка, действуйте. Обокрал. Отлично. Так. Вы обнаружены. Да как? Да... А как? А как? Как это? Заметные или социально неприемлемые действия повышают вашу известность. Да, ты издеваешься, что ли? Опять бежать? Опять туда, что ли? Да хорош ты. Это по-любому на косаря 3, короче, катит задание. Мне, короче, его как-то выманить, наверное, оттуда надо. Оставивший свою телегу у лавки мясника Вито. Если не хочешь платить штраф... Этот эликсир состоит из гранатового сока и свинца. Бляха, ты слышал, да? Нехеровый такой рецепт. Гранатовый сок и свинец. Охренеть. Хорош для печени, говорит. Да пошел ты в жопу, пивун. Так, мне, короче, надо... Да ты вообще, ты плохой. Короче, надо отвлечь как-то. Здесь тебя вряд ли что-то заинтересует. Убейте жертву, не привлекая внимания. Как, блин? Как? А погоди. А с толпой я смогу пройти, нет? Толпа в другую сторону. Монахами, нет? Надо, короче, не знаю, надо каких-нибудь елочек найти. Было бы здорово. Блин, как, вот как его? По-любасу надо стражу, короче, отвлекать. Я буду стрелять. Блин, ты... Тебе здесь не место, птичка. Так, ну здесь поблизости только воры, короче. Партизанок я не вижу, только воры. Настоящий атлет. И отвлекают они только... А погоди. Погоди. Эти вот... Эти стоят спиной, короче, да? А, и те тоже спиной стоят. А как? Ты чё там? А? Что ты хочешь? Что ты хочешь? Настоящий талант. А. Так, ладно, допустим. Блин, я уже 300, короче, флоринов просрал. Продемонстрируй свое мастерство. Так, ладно, этих мы... Этих увели. Этих вот чуваков увели. Получается. А вторых... Вон тех. Если я, короче, если замочу, то это... Меня увидит второй чувак. Погоди, вон монахи. Погоди, погоди, погоди. Что у меня выбрано? Да, стоп! А, я просрал момент, короче. Сейчас. Давай ждем. Ждем еще кого-нибудь. Ждем еще, короче, толпу. Я встану в толпу, короче, и выстрелю этим ножом. О, идет. Смотри, толпа идет. Сейчас я среди них, короче, вот так встану, а потом просто уйду. Да твою мать! Как это сделать? Опять бежать, да что ты? Так. Еще разок пробуем, еще разок. Еще разочек. Свежие пиявки. Кому нужно пустить кровь? Торговцам. Мудрые правители республики вводят новый налог на все товары. Блин, и даже никаких балок там нету. Каким балки бы залезть, и вообще было бы шикарно. Просто на балку сел, тебя никто не видит, и ты такой херакс. Так, погоди, а что будет, если я сам, короче, охрану захерачу? А потом уже... А, ну, нет, то все равно, это же считается то, что я тревогу, короче, да? Твою мать, ты чё, 3 флорина? Откуда? Так, ладно. Не чихай на меня. О, ты смотри! А этой? Второй охраны нет. Второй охраны нет. Смотри. Да ладно. Что, блин? Что, блин? Какого хера они на меня агриться начали? И нахер. Какого хера? Жесть. Пошел, скотина. Что с ними не так? Почему? Вот он, ты не уйдешь. Почему он агрится-то так? Из-за того, что у меня немножко розыска, что ли? Из-за того, что у меня немножко розыска, что ли? Да ладно, настолько агрится. У меня было наполовину бывало розыска. Всего, ничего. Что такое? Да ничего. Вот. Черт, я его не вижу. Вот он, бейте его! Охрана сошла с ума. Что? Там что-то бубнит. Так, погоди. Охрана появилась. Ладно, дай-ка я сейчас проверю, короче, посмотрю. А там охрана есть, нету? С этой стороны. Если с этой стороны нет, один. Всего один. Хочешь посмотреть на мой шрам, что? Его оставил один Стронцо вроде тебя. Эти жертвы, не привлекая внимания. Когда я прибивал его к дереву. А как там? Как там это? Агрить? Я уже забыл. Украсть, атаковать. Он там! За ним! Ну в смысле? Ух ты! Нифига их тут! Кто задрали? Погоди, стой, я выпью. Опа! О, хорош. Так. Еще прибежали. Откуда вы там рождаетесь? Опа! Ай, так, стоп! Ай! Я ни черта не вижу, камера! Камера, ты что творишь? Так, блин. Сжимает меня. Да, отпрыгни! Хо! Хорош! Хо! Нет! Да уйди! Дай я кого-нибудь убью! Убей ты уже кого-то! Ты что? Почему ты прячешь меч? Отвалите от меня! Жесть какая-то! Прочь с дороги! Где там воры? Воры, ну-ка. Понять. Давайте, давайте. Нападайте. Все, отлично. Воры там сражаются. И? Стоп! Отлично. Отлично! Это без меня. Так, погоди, это кто? Это не тот. Он убивает ни в чем не повинных людей. Это тот чувак, которого я должен убить, или... Кто? Да, каждый день нужно проживать. Это не убивают мирных жителей. Сори, извини, я не хотел. Две тысячи! 2000 за такое задание? Да вы чё? Это как минимум 3 должно быть, как минимум 3. Не привлекай внимания. Я же говорю, я идеально прохожу стелс. Идеально прохожу стелс. Так, ну что, друзья. На этом закончим. Короче, тогда на виллу мы отправимся уже в следующей серии. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. С вами был Валерий. Всем пока.